Здравствуйте, с вами Нургали Сабитов, и это программа «Дежурная часть». Чрезвычайные происшествия, громкие дела, уголовные расследования и изменения в законе. Все это в нашем проекте «Следующие 5 минут». Мебель на заказ или ловушка? Киберпол обнаружил мошенника с миллионным уловом. Клад в машине. В Атырау задержали мужчину с пакетом, полным рогами сайги. Психотропный бизнес под прикрытием. В Кокшета обнаружили наркозакладчиков с грузом опасных веществ. Киберполицейские задержали интернет-мошенника, ловко обманувшего 4 доверчивых жителей Кызылординской области и жителя Шымкента. Схема проста. Мошенник размещал в соцсетях объявление о выгодной продаже мебели, а доверчивые покупатели переводили ему деньги, радуясь отличной сделке. В итоге мошенник заработал на этой схеме 1 000 000 тенге. 30-летнего афериста, управлявшего фиктивным магазином, задержали и поместили под домашний арест. В ходе следствия ущерб потерпевшим полностью возместили, а уголовное дело передано в суд. Киберпол предупреждает: будьте бдительны и не дайте себя обмануть. Житель области Улутау пообещал устроить знакомую в Казахмы за 400 тысяч тенге и скрылся с деньгами. Обманутая женщина из Сатпаева обратилась в полицию, заявив, что в 2023 году знакомый предложил ей помощь с трудоустройством на позицию оператора-программиста в известную корпорацию. Оперативники быстро выяснили, кто стоял за аферой. 30-летнего мужчину задержали и заключили под стражу. Теперь мошенника ждет уголовное разбирательство. 16-летний парень устроил шопинг по-своему в одном из столичных торговых центров. Прикинувшись обычным покупателем, он выбрал спортивный костюм, отправился с ним в примерочную и ловко избавился от антикражного магнита. Спрятав приглянувшуюся обновку под курткой, он беспрепятственно покинул магазин. Однако его маневры не ускользнули от камер видеонаблюдения. Вскоре похитителя вычислили, и юноша во всем признался. У ТРЦ в Атырау задержали 24-летнего мужчину с пакетом, полным рогов сайги. Его автомобиль вызвал подозрения полицейских, и они осмотрели транспорт. В салоне насчитали 71 рог сайги. Теперь ведется досудебное расследование, чтобы выяснить, связан ли задержанный с незаконной охотой и торговлей рогами сайгаков. Трамадол без рецепта продавали в одной из аптек Актюбинской области. Полицейские изъяли 15 ампул и 6 таблеток трамадола. Идет следствие. Трамадол – это синтетический опиат, который назначают онкобольным для купирования болевого синдрома. При неправильной дозировке он вызывает наркотическое опьянение и быстрое привыкание. Двое закладчиков из СКО орудовали на территории Акмолинской области. В соседний регион парней командировал куратор онлайн-магазина по продаже запрещенных веществ. Куда они устроились работать? Новоиспеченные сотрудники арендовали дом в пригороде Кокшетау. Раз в 2 дня они выходили раскладывать закладки. Дома занимались расфасовкой. Собрав достаточно доказательств, полицейские задержали закладчиков. У каждого при себе были свертки с психотропным веществом. Один из них после того, как устроился на работу, сам стал наркозависимым. Сейчас преступники находятся в изоляторе временного содержания. Ресторан загорелся в Астане. На момент пожара людей в здании не было. Спасатели вытащили из здания 3 газовых и 2 кислородных баллона. Огонь охватил 250 квадратных метров. 2000 тюков сена загорелись в одном из сел Восточно-Казахстанской области. Пожарные локализовали пламя, не допустив его дальнейшего распространения. Жертв и пострадавших нет. 11 водителей, нарушивших правила дорожного движения, попались в Кустанайской области. 6 из них уже лишились водительских прав на 1/2 за выезд на встречную полосу. Это результат работы дронов для мониторинга, которые на аварийно опасных участках дорог используют полицейские Кустанайской области совместно с прокуратурой и ДЧС. Автомобиль сошел с трассы в Северо-Казахстанской области. Первый снег создал немало забот для участников дорожного движения. На трассе Астана-Петропавловск, вблизи села Рублевка, водитель Hyundai не справился с управлением и вылетел в кювет. Он обратился за помощью в полицию. Стражи порядка помогли вернуть машину на проезжую часть. На этом у меня все. Берегите себя и не нарушайте закон. До свидания.